25 сентября 1893 года. Мой дорогой, маленький Луи, все кончено. Мы с тобой больше не увидимся. Будь в этом так же уверен, как я. Ты этого не хотел. Ты готов был сделать все, чтобы мы были вместе. Но расстаться было необходимо. Тебе нужно устроить свою жизнь. Я не жалею о том, что не противилась этому решению, не противилась тебе, себе, нам. И когда ты вчера рыдал, зарывшись головой в подушку, и тогда, когда ты дважды поднимал ко мне свое горящее лицо, и, наконец, когда вечером в сумерки я уже не видела твоих слез и только чувствовала, как они падали на мои руки. Сейчас мы невероятно страдаем. Все это кажется мне кошмаром. В течение нескольких дней этому трудно будет поверить. Еще долгие месяцы будет больно. Потом наступит выздоровление. И вот я начинаю тебе писать. Ведь мы решили, что я буду время от времени поддерживать с тобой связь. Мы об этом твердо договорились. Правда, это будет односторонняя связь от меня к тебе, так как ты никогда не будешь знать моего адреса. Но эта связь единственная, что мешает нашей разлуке превратиться в полный разрыв. Я обнимаю тебя в последний раз. Так нежно, так ласково и на таком огромном расстоянии. Двадцать пятое сентября 1894 года. Я снова говорю с тобой. Я тебе это обещала. Вот уже целый год, как мы, больше не мы. Я хорошо знаю, что ты меня не забыл. Мы еще слишком вместе, чтобы я перестала ощущать твою боль как свою, когда я думаю обо всем, что было. Но 12 месяцев, которые прошли, сделали свое дело. Они окутали прошлое дымкой печали. Да, уже дымка. Уже многие маленькие события меркнут в памяти. Многие детали умерли. Это замечаешь, не правда ли, когда что-либо случайно возникает в памяти. Я пыталась вспомнить выражение твоего лица таким, каким оно было, когда я увидела тебя в первый раз. И не смогла. Попробуй ты вспомнить мой первый взгляд, и ты убедишься в том, что все на свете проходит. Недавно я улыбнулась. Кому? Чему? Никому и ничему. Это был солнечный луч,
мелькнувший на аллее. Он заставил меня улыбнуться. Я долго безуспешно пробовал улыбаться. Сперва мне казалось это невозможным. И тем не менее я улыбнулась. Я хочу, чтобы все чаще и чаще, пусть без всякой причины, просто потому, что хорошая погода, или думая о лучшем будущем, ты поднимал голову и улыбался. Декабря 1899 года. Вновь я с тобой, мой маленький Луи. Не правда ли, я похожа на сон, потому что появляюсь, когда мне это нравится, но всегда в подходящий момент, когда пусто и темно. Я иду и прохожу совсем близко, однако ко мне нельзя прикоснуться. Я не грустна, ко мне вернулось мужество. С каждым новым утром, с каждой сменой времени года солнце кажется мне все более приветливым. Один раз я танцевала, теперь я часто смеюсь. Сначала я могла сосчитать те дни, когда я смеялась. Потом сосчитать их уже нельзя было. Вчера я любовалась каким-то празднеством. В лучах вечернего солнца толпа была прекрасна, как сад. Я чувствовала себя счастливой тем, что я была там, среди этих радостных и довольных людей. Я пишу тебе, чтобы сказать, что у меня появилось новое, особенное чувство к тебе — нежность. Мы когда-то с тобой говорили о нем, еще не зная, что это такое. Поверим в это в глубине души. Шестое июля 1904 года. Проходят годы, 11 лет. Я уезжала, потом вернулась, снова уезжаю. Наверное, у тебя уже есть дом, и я не сомневаюсь в этом, мой возмужавший Луи, семья, для которой твоя жизнь очень важна. А ты сам
какой ты сейчас. Я представляю себе твое лицо. Оно пополнело. Твои плечи стали шире. Возможно, у тебя появилась седина. Но бесспорно, ты сохранил свою особенность. Твое лицо, как прежде, озаряется внутренним светом перед тем, как ты улыбнешься. А я не буду тебе рассказывать, какой я стала. Если бы нам можно было сейчас стать рядом, меня могли бы принять за твою мать. И по внешнему виду, и по всему тому, что светится для тебя в моих глазах. Ты видишь, как мы были правы, когда расстались, потому что спокойствие вернулось, и потому что вот сейчас ты едва узнал мой почерк на конверте этого письма. Сентября 1893 года. Мой дорогой, прошло 20 лет, как мы расстались. Мой дорогой Луи, прошло 20 лет с тех пор, как я умерла. Если ты жив сейчас и читаешь это письмо, которое будет тебе отправлено теми же преданными и верными руками, пересылавшими тебе и предыдущие мои письма в течение всех этих лет, ты меня уже почти забыл и простишь мне, что я покончила с собой на другой день после того, как мы расстались. Я не могла и не знала, как жить без тебя. Это было вчера. Это вчера мы расстались. Посмотри получше на дату в начале этого письма, на которую ты не обратил внимания. 25 сентября 1893 года. Это вчера ты рыдал в нашей комнате, зарывшись головой в подушки, ослабевший от горя большой ребенок. Это вчера, в сумерки, возле полуоткрытого во двор окна, твои слезы падали на мои руки. Это вчера ты плакал, а я не говорила ни слова, крепясь, как только могла. И вот сегодня я пишу тебе, сидя за нашим столом, в окружении всех наших вещиц, в обстановке, так близкой нашим сердцам, пишу 4 письма. Те,
который ты получал через длительные промежутки. И кончаю это последнее. Вечером я отдам все необходимые распоряжения, чтобы эти письма приходили к тебе в обозначенные числа. А потом сделаю так, чтобы меня никогда не нашли. Я исчезну из жизни. Не хочу говорить тебе, как. Тягостные подробности могут огорчить тебя и причинить новые страдания даже через столько лет. Самое главное в том, что мне удалось избежать грубого, ранящего разрыва и расстаться с тобой ласково и осторожно. Я хотела в письмах пережить себя только для того, чтобы самой довести все до конца. Разрыва не было. Ты с твоей чувствительностью, возможно, не перенес бы его. И вот я возвращалась. Щадя твое сердце, возвращалось достаточно часто и вместе с тем достаточно редко, чтобы постепенно угаснуть в твоей душе. А теперь, когда я говорю тебе всю правду, я выиграла нужное время для того, чтобы ты не так остро почувствовал, что означает для тебя моя смерть. О, мой маленький Луи! Есть какое-то страшное откровение в этом последнем нашем разговоре сегодня, когда так тихо и так издали мы говорим и слышим друг друга. Ты меня, которой уже давно нет, я тебя, который не знал, чем была я все эти годы. И как невыразимо, различно звучит слово «сейчас», слетая с моих губ, которые его шепчут, когда пишутся эти строки, и с твоих, когда ты произносишь его, читая письмо сейчас. И вот сейчас, спустя столько времени, сквозь вечность, хоть это может казаться невероятным, я тебя по-настоящему обнимаю. Я заканчиваю на этом, потому что я не смею из-за боязни быть грустной, а значит злой по отношению к тебе, рассказать тебе о всей своей огромной, безумной любви, о которой можно только мечтать, и о нежности, которая еще больше этой любви.